Уже совсем скоро Новый год станет главной темой для новостей. А пока праздничный бум не начался, самое время рассказать о планах на 2021. В марте в Иркутской области пройдет традиционный фестиваль русской культуры под названием «Байкал». В рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов и исполнителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Слюдянки. В общем, такой широкий русский праздник, правда, с одной особенностью. Проходить он будет в формате телемоста. Все потому, что, как ни крути, пандемия накладывает свой отпечаток. Все активности праздника будут транслироваться на YouTube-канале «Фестиваль русской культуры Байкал». Правда, пока он еще даже не создан.